Последнее в этом году. Депутаты Думы города на завершающем заседании утвердили бюджет Сургута на ближайший год. Казна, по словам парламентариев, получилась напряженная. И расходная часть составит 27 миллиардов рублей. Больше половины денег потратят на социальную сферу, в частности, на образование. Все самое необходимое будет обеспечено. В течение года также выделят дополнительные средства на противопожарное оборудование и видеонаблюдение, медицинские кабинеты в школах и совершенствование системы питания. Часть денег выделят на проведение юбилея Сургута. В следующем году нашему городу исполнится 425 лет. 47 миллионов оставят в резервном фонде до тех пор, пока не будет определен перечень мероприятий. Точно известно, что 24 миллиона планируют выделить на 1000 стульев, экран для трансляций, звуковое и пиротехническое оборудование. Кроме того, депутаты разъяснили ситуацию с общественным транспортом. Администрация города часть маршрутов передала на коммерческую основу, часть оставила основных социальных, оставленных на субсидирование из городского бюджета. Оставлены на субсидирование однозначно все сезонные, те, которые летний сезон, дачные, они будут субсидироваться и сохранены, ну, там, ну, 25 рублей или сколько там будет, тариф, то есть стоимость билета. Вот это, конечно, минус или это требование требований сегодняшнего времени, это реалии. Кроме того, 62,5 миллиона выделят на содержание контрольно-счетной палаты. В бывшем кинотеатре «Аврора» проведут независимую экспертизу и станет ясно, можно ли там остаться театру актера и куклы «Петрушка». Что же касается парков и общественных пространств, парламентарии решили придерживаться мнения горожан, которые составили свой рейтинг. Первое место жители отдали скверу Театральному. По следующему приоритетному объекту парку в 40-м микрорайоне сделают корректировку проектно-сметной документации, и уже в следующем году начнется преобразование. Первоначальная сумма почти 16 миллионов рублей. Третье место сургутяне отдали центральной площади, которую администрация планировала делать в первую очередь. Отстояли интересы жителей города. По центральной площади, там смотрите, какая ситуация. Проектно-изыскательских работ нет, и голосование пока не проводилось. Как только будет проведено общественное обсуждение и голосование, будет можно говорить уже и о включении в приоритет того пространства, и в том числе пространства возле Возрождения.